Какое горе! Галкин проводит последние дни с Пугачевой. Музыкальный критик Сергей Соседов, известный своими резкими и подчас провокационными заявлениями о звездах российской эстрады, поставил страшный диагноз Алле Пугачевой. Причем, по его словам, дело тут вовсе не в здоровье. Алла закончилась как певица. К сожалению, она – одно из главных разочарований моей жизни. Эта певица утратила и голос, и талант, цитирует издание «Собеседник» журналиста Сергея Соседова. Критик, однако, уверен, что возможные проблемы со здоровьем тут ни при чем. Дескать, признание Примадонны о резком старении – своего рода пиар певицы. Все эти разговоры про старость попахивают клоунадой, честное слово. Не понимаю, зачем она это говорит. Она в 36 лет тоже утверждала, что является старой и больной женщиной. Обрушился на артистку журналист. Наверное, прикалывалась так, как и сейчас. Конечно, здоровье у нее утрачено, негодует он. Тем не менее, критик уверен, что с Аллой Пугачевой произошло ужасное. Его диагноз – исчезновение таланта. «У Аллы как будто все ушло», – рассказал он. «Она не сможет ничего показать на юбилее, я в этом уверен. Нечем показывать, голос пропал, не осталось ничего от тембра», – подчеркнул Сергей Соседов.